ходили на какую-то школу, не забирали, не можем. И так хочется иногда залезть туда в ручку и попробовать. Вот. Вот такие прекрасные ляльки у нас работают в спектакле «Пойди туда, не знаю, да? Пойди туда?» Да, да, «Пойди да. туда, не знаю куда». Вот такие симпатичные ляльки, которые... Вот. Вот, смотрите, вот вроде бы на первый взгляд, да? Такая вот интересная шкатулка с пенопластовыми, значит, шариками. Но благодаря нашим художникам с подсветки, вот эта шкатулка превращается в шкатулку с изумрудами. И в сказке волшебного Аладдина она сверкает и горит, как настоящая. Вот эти рыбки, на первый взгляд, они у нас поролоновые. Ну, поверьте мне, с этим реквизитом работаю уже 4 года. Они ловятся на удочку, и я могу ее поймать и на глазах у вас вытащить из озера. А все потому, что есть маленький секрет, который знают наши художники-бутафоры. Сюда прикреплено металлическое кольцо, на удочку магнит. На удочку магнит. Запускается удочка, благодаря этому они у нас вылавливаются из озера. Это все делают наши художники-бутафоры, благодаря которым спектакль получается ярче и интереснее. Посмотрите, вот на этой вешалке у нас представлены костюмы. Я на сцене был. Костюмы в сказках. Прям там. Кстати, вот этот вот костюм, костюм чумы. Вот в этом костюме работала у нас чума. Вот, спектакль «Маленький».